Привет, с вами Павел Шинин, а значит, пришло время для новостей. Минтруд предложил россиянам в следующем году сделать такие же длинные маски с 1 по 5. Потом нужно будет поработать 3 дня и снова отдыхать с 9 по 8. Это записывает все у нас. А он это вез кого-то еще. Таксист Хренов. Ты представляешь, он здесь ехал, а если в каком-нибудь лобовую стекло, как сейчас? Тем временем одна из самых популярных. Нам повезло, что мы не раньше.